Сегодня мы ищем Audi Q5. Бюджет у нас 35 плюс-минус тысяч. Надо найти хорошую живую Audi. Комплектация желательно премиум плюс. На осмотре у нас Audi Q5, 18 год. Повреждение у нас в эту сторону, крыло, подкрашивалась дверь. Q5, 17 год, патровая версия. Говорят, сделали все красиво. 600, 700, 1000. Ну, это когда говорят, что до стойки не достало. Чувствую, подбор не будет легким. Бандиты, всем привет, с вами Днепровский автоподбор. Как всегда, я Андрей Владимирович, и сегодня мы ищем Audi Q5. Да. Кватровую версию. Двигатель у нас 2 литра бензин Gen 3B, тот, который был у меня и у всех счастливых владельцев Gen 3B двигателя. Едет, крутит, все как положено при хорошем расходе. В общем, бюджет у нас 35 плюс-минус тысяч. Надо найти хорошую живую Audi. Комплектация желательно премиум плюс, то есть нормальный беточек из Америки, как мы все любим. Сегодня у нас осмотр в Днепре. Есть тут по месту хороший вариант. Мы так уже чуть-чуть перешерстили рынок. Если он будет соответствовать, это будет вах. Я наконец-то не буду никуда ехать. Но чуечка у меня чуть другое подсказывает, что надо собирать чемодан. В общем, едем, смотрим и будем надеяться, что там вариант выстрелит. На осмотре у нас Audi Q5, 18 год. Комплектация премиум плюс, удар вот сюда, в эту сторону, поменяли эту фару, сейчас мы ее посмотрим, 38 тысяч на входе просят, есть у нас вон такая уже бордюрочка по дискам, здесь больше бордюрочка, резина, 20-я неделя, 22-й год. Я уже пару косячков нашел. Сейчас уже более детально покажу. Вот у нас пока внешний осмотр. Здесь бордюрки практически нет. Протектор хороший. Бесключевой доступ есть. Technology Packet тоже есть. Тут чуть-чуть не стоит в зазоре. Уже бачимо. Потому что есть момент. Хотя бампер поставили довольно-таки неплохо. Но вот косички мелкие. И из того, что видишь сразу, вон там трещина по пластику, ремонт хороший. Погнали по кузову. Так, 132, 112, 112. Тут 121, 129, более-менее. 114, 142, 6. О, тут такие две царапины. Да, присутствует. Хотя там и по дверям я вижу так уже. Вот косячок. Раз, два. Ну, тут у нас крыло окрашенное, понятно, да? Говорят, его поменяли на оригинал и покрасили. Есть тут и заломчик по двери, да, при открытии. Вот так, пятно. Ну, окрашена у нас эта дверь еще дополнительно. Ага. Бам. Так. Порядок. По крыше катаем. Получается раз, два, три. И сейчас сзади.
Питань нема. Погнали по салону. Здесь карта, в принципе, выглядит хорошо, можно сказать. Есть какие-то мелкие косячки, но в целом довольно аккуратно. Подогрев складывания зеркал есть. По рожек порядок. Чувствуешь запах Audi? Ностальгии. Вот тут небольшая выемка есть. Чуть-чуть. Педали нормальные, ну, по правой и там по внутренней стороне тоже есть моменты. Шухляточка на месте. По сиденью. Видим, тут такая подтертость. А тут довольно-таки свежие. Ну, просиженности нет, можно сказать. Но чистки требуются. Здесь у нас уже сенсорная панель. Парктроники, кстати, есть. Помощь при спуске. Приятные опции. Подогревчики. Охлаждения нет. Сидений, вернее, вентиляции. Ну, так все выглядит аккуратно. Панорама у нас. Все красиво. Кокпит. Приборочка под рулевые лепестки. Все есть. Датчик света, дождя присутствует. Тут порядок работы. Рулевая строчка у нас на месте. Это приятно. Руль хорошо выглядит. Прям хорошо. То сиденье у нас получше выглядит, чем это. Тут косячок есть. Так, наклеечка у нас. Настойки, дублирующая наклеечка есть. Вернее, маркировочная. С задней части карта. Вот, 18-й. Ну, так. Свежо. Кожа приятная на ощупь. Слышь, слезы ностальгии. Так, это работает. Сзади у нас еще климат, дополнительный, трехзонный. Это, я так понимаю, отсюда не застегивается, где прячется, вернее, где фиксируется ремень. Тут чисто. Так. Камера есть. Дополнительные ковры, как мы видим, есть. Знаешь, как ты там, как будто в бассейн приходишь, куда-то такой ковер. Так, здесь у нас докатка есть. Фронт, то бишь сабвуфер, есть, имеется. Ключик на месте, пакет на месте. Кстати, странно, что не украли. Более-менее естественно. Войлок на месте, все аккуратненько. Вот маркировочная наклейка. Кто не знал? Я не знал, шучу, знал. И тут проверим порядок. Задняя ляда не откручивалась. Здесь, соответственно, тоже. Погнали дальше. Замочек. Порядок. Так, здесь карта. И хорошо, есть такие небольшие косячки. А так в целом аккуратненько. Пахнет новым салоном? Пока да. Тут небольшие заломчики есть, но в целом сиденье вообще хорошо выглядит. Ну, какой молодец. Погнали смотреть. Ген 3B мотор. С первого раза. Что ж ты скажешь, милый друг мой? Хорошо с тобой обращаются.
вообще не очень, да. Так, сюда у нас тульнули. Made in Mexico, каже 18 рік. Это что, ее перепаковали, типа взяли. А ну, тра-та-та, Мехико. Да, прикинь. Получается, она выжила при ударе, потому что ее на фотографиях вообще она отсутствует. Либо ее запихнули в багажник, либо ее запихнули в багажник. Горячо. Слышь, ну он сухой прям. Потому что у него тут по контуру к 80 он там начинает подсыкать. И вот этот сапун у меня тогда подписывал там чуть. Оно чуть-чуть, но... А тут прям хорошо. Фара эту, это выжила. Потому что у него такая же маркировка, как и на той. Мы сейчас спросим у хозяина. Может, возможно, ей поменяли стекло. Перепаковали. А возможно, она просто выжила. Ну, как бы маркировка на ней осталась родная. По капоту пытаний у нас, в принципе, нет. Он на месте. Здесь маркировочка есть. Вторые маркировочки на Е. Знаки здесь. Выглядит естественно, нормально припылен. По Gen 3B у нас мотор, у них бывает проблема, потеет они по контуру. Здесь запотеваний в принципе не видно, хотя у меня были и сапун этот бывает подпотевает. Так все довольно таки сухо в естественной пыли. Антифриз просматривается, мы его уже фонариком подсветили. Верхняя струна, все на месте, он хорошо просматривается. Каких-то криминальных вещей не замечено. Снизу обязательно мы все пересмотрим. Внизу защита присутствует. Левая сторона, он же пассажирский, тоже на местах. Верхняя струна просматривается по герметику. Стыкуется, все на месте. Здесь ВИН-код читабелен. Порядок выглядит естественно. Здесь у нас крыло это менялось. Это мы в курсе как бы. Уже, ну, по пластику, ну, тот косячок есть, вот, его подсветим, по радиаторам соты довольно-таки неплохо выглядит. Сейчас заведем, посмотрим, послушаем. Так, фильтр прикручен, впуск, вернее, ну, патрубок тоже на месте, порядок, шо? Not bad. Тут. Шо Audi AG. Яка файна. Подушка безопасности. Блок управления предназначен переднего левого ремня без ремня. Нет связи. Угу. Так, двойной сабвуфер, обрыв цепи. Микрофон, система шумогенерации. Обрыв цепи. Это плохо. Электрохолонаружное зеркало заднего вида на неисправность электроцепи. Пассивная. Сейчас оно дает нам информацию. СВ. По углу у нас уже прогрет двигатель на нейтральной передаче. Тут, в принципе, порядок. Отклонений нет. В своем рабочем диапазоне. Так, мы можем с вами проехаться. Сядете за руль. Покатаете нас. Я думаю, он нам не конкурент. Что, ребятки, по выводу. Короче, найдены косячки. Пиропатрон. Признатяжителем. Потом. По лаку, конечно, много мелких царапин, то все. Ну, это не криминал. Подполировать можно, но это все надо денежки считать. Плюс не работает саб. Это из активных ошибок таких. По езде, там, в принципе, по мотору пытань нема. Все красиво, работает ровненько. По адаптации смеси пропусков нема. Сажу мы не смотрели, кому интересно, а кому не интересно, вообще отлично. В общем и целом. По технической части чувствует себя нормально. Никаких посторонних шумов не было. Но единственное, что у нас обнаружена задняя дверь подкрашенная. Хотя заявлял, что крашено у нас крыло, вот эта дверь и все. В двери были вмятины, там есть, и плюс заломчик присутствовал. Но плюс то, что выжила фара. Это очень хорошо, потому что ее на фотографии не было. Она все совпадает по датам, маркировкам.
как бы красиво. Ну ценник 38, братан, больно. Я думаю, в Києві ми знайдемо поярче. Так що готов чемодани, збирай труси, там всі діла. Завтра утречком, як ранні пташки. На сьогодні все. Ми вже такі подварені. Зараз поїдемо карасей тягати. Хто хоче присоединитись. Кстати, в Києві, хто знає хороші місця, дзвоніть. Ми приїдемо. Ну, у нас чисто спортивна рибалка, тобто русалок не беремо. Let's go. Дальше. Сегодня уже отдыхать. Q5, 17-й год, квадровая версия, комплектация премиум плюс, есть технологи пакет, ассистенты, заявлено у нас, что две двери по правой стороне по Америке и небольшая вмятина была на крыле, говорят, сделали все красиво, но как мы видим, вот тут уже, так я быстро бегал, побежался, дверь что-то явно сидит и просится вопрос. Ну, сейчас будем уже более смотреть. В белом свете довольно-таки неплохо смотрится. Здесь посадка. Вот она просижена. Задняя уже видно тоже. Чуть не под... И вот этот зазор гуляет. Короче, вопросы есть уже так. По беглому осмотру. Оптика смотрится красиво. Поехали с крыши. Так, 117, 106, 93, 94. Так, пока красиво. В этом где... О, красиво. 384, 600, 700, 1000. Мадно, что тут на фотографиях был небольшой такая вмятина. Типа сказали, что его вытянули. Вытянули. Все красиво, без. Без покраса. Чувствую, подбор не будет легким. Пам-пам. Пам. Двери. Давай мы сразу пробьем на всякий случай, чтобы нам тут не резанули ничего. И тут. Конечно, работа, мягко говоря, не сильно аккуратная. Дверь нам не зря показалась. Пытания к ней есть. Как и в целом к заявленному. Капот. Вон тут он косяк такой. Двери тоже у нас. Но эти двери заявляли, что их поменяли. Стойка не достала. Вот эти покрасили. Мягко говоря. Мягко говоря. Сейчас проверим стоечку, как тут. Ну, это когда говорят, что до стойки не достало. Это, блядь, Хьюстон. И петля тут он делал. Ну, короче, понятно. Бампер стоит. Ну, я думаю, бампер в этой машине не самая большая проблема. Глобально. Ой, тряшечка. И тут. До стойки не достало, да, называется. Ладно, я думаю, мы на этом кино наше будем заканчивать.
Нечего тут ловить, поехали дальше. Что, ребятки, вы, в принципе, все сами видели. Это явно не тот вариант, который мы хотим видеть. Хотя заявляли по телефону, там был удар по правой стороне. И замена двух дверей, сказали, до стоек ничего не достало, все красиво, двери поменяли, покрасили. Мы видим это. Маляру привет тому. И, короче, где они этим занимались. Плюс, по факту, у нас задняя, там на фотографии была задняя левая стойка, тоже такая небольшая вмятина в ней. Я говорю, вмятину достали или там какие-то рихтовочные работы? Не, вмятину поехали, без подкраса дернули. Там, типа, максимум будет лаком поддуто. Мы видим, как лаком поддули на 1300 микрон. Лака нафигарили. Короче, я даже не знаю комментировать. Ладно, мы такие варианты видели в фокусе, но в кьюшках как бы за бюджет просишь, то питание е. И на что надеяться, когда вот так по телефону совсем одно, а по факту... Короче, мы едем дальше, да, это явно не тот вариант. Поэтому не расстраиваемся. У нас плюс 36 градусов, так довольно спекотно, как и от этой Audi просто. Шучу, нет. Погнали. На осмотре Q5, повреждение у нас в эту сторону, крыло, подкрашивалась дверь, и как мы уже нехитро определили, капот, вот он лежит, не смогли его нормально рихтануть, заявлена у нас еще была царапина по правой стороне, небольшая от ключа недобросовестных людей, но мы это сейчас все проверим, машина грязная, в идеале шагрень мы не видим, какие-то мелкие косячки, но сейчас будем спокойно, методично осматривать. Ну, шагрень, я уже вижу, тут такая лютая, если будет ее, не будет видно, но на дверях отличается. И вот тут тоже, я думаю, покрасили или поддули под кантик. Короче, чуть-чуть хуже, чем мы думали, чем выглядело на фотографиях. Ну, как, впрочем, обычно. По зазорам поставили более-менее, заклеили у нас Америку, чтобы не было видно. Так, по комплектации нарядно. Погнали смотреть. Так, мы чуть-чуть посмотрим. Так, вах у нас 120-140 микрон, просит, с небольшими переходами. Тут у нас прям пластом лежит шпаклевочка, хотя ее вроде как не должно быть. А и залом двери. Крыло здесь то же самое окрашивалось, его сделали под прибор, а-ля зазор чуть-чуть гуляет. И хорошо отрихтованный капот. Как видим, по полторушке насыпают здесь нам шпаклевки, чтобы мы не скучали с вами. Зазор, соответственно, бачим его, да? Раз, два. Капот сделали переходом, он у нас с алюминия. Плохо подвергается рихтовке. Поэтому навалили там нам на радость шпакла. Вот двери 160-180. Так, год родной. Эта дверь. А тут еще. А, ну. Ага. Ну что-то на царапину от ключа не сильно похоже. И тут, и тут. Короче. Не весело, мягко говоря. Прям не весело. Так, бесключевой доступ у нас есть, слепые зоны.
Здесь сделан такой, ну, достаточно креативный аквапринт. Музыка Бен Холлофсон. Так выглядит аккуратненько. Ручка, память сидений, все есть. Руль у нас поменен от РС. Приятно. С ней же ручка АКПП. Сейчас мы прикрутим чуть-чуть. Перекинут у нас салон на спортивный. Заявили продавцу, что с 30 тысяч, но видим, что мы тут 30 тысяч чуть-чуть не наблюдаем. Наблюдаем мы как раз, я думаю, под соточку. У меня был такой и похож очень. Как раз, соответственно, это и автомобиль. Поддержка ног есть, просиженности нет. Небольшие такие заломчики присутствуют. Здесь аккуратно довольно-таки педали. Все как положено, накладочки есть. Ковровая, смотрим по классике, а тут уже продавленность присутствует такая вот. SQ5. Кокпит, приборочка, приятно. Подрулевые лепестки с накладочками, сенсор, турбозонный климат, подогрев, все есть. Панорама красивая есть, но ее закрыл у нас бокс. Здесь, что, балдеешь от салона? Все. А аквапринт? Короче. Заднюю не будем сейчас снимать, там маленький ребенок у нас. Не будем его беспокоить. Короче, есть вопросы по краске. По краске вопросы большие. Сказали, что там чуть по правой стороне, но там по факту не чуть. У нас три детали покрасили хреново. Можно сказать так, реально хреново. Ну, не скажу, что работа на двоечку, но на двоечку с плюсом, таким полуплюсом. Короче, быстро ему сделали, шагрень лютая. Ну, короче, хреновая работа. Плюс с капотом, по факту его надо было заменить, но его оставили, навалили кучу шпакла, и он вот так лежит, дугою такой, его не смогли нормально рихтануть. Хотя алюминиевый там тяжело подается всем этим делам. Короче, по технической части так... Мотор работает нормально, но мы не делали компьютерную диагностику, потому что кузов уже вот эти все по всем этим моментам уже вызывает у нас вопросы, стоит ли она тех денег. Салон перекинули. Ну, кстати, спортивные сиденья масти добавляют. Руль подрезанный тоже. Аквапринт. Ну, это дело вкуса, как бы, но цене этому автомобилю это не добавляет денег. А вот кузов и то его состояние уменьшает. Конечно, им не повезло, что так случилось, но... По факту у нас пол машины, больше чем пол машины крашено, а просят за нее денег солидно. Надо над ней подумать. На сегодняшний день это уже окончательный осмотр. Уже будем отдыхать. Выпьем по 50 грамм молочка, да и спать пойдем. Да. Короче, завтра у нас будут осмотры, сегодня еще созвоны. Да, поэтому мы уже полетели. Все, удачи, всех благ.